Представники ЖЭО, МНС, милиции, газовой службы, установ эдукации, оховы здоровья и социальной обороны. Каждый четверг в таком складе надзиральные комиссии проводят рейды у Гомеле. За один день поспевают проверить до 20 кватер и приватных домовладаний. У поле их зроку, справность электропроводки, газовых обсталяваний и наявность автономных пожарных оповещальников. До речи, опошние выкликают особливую увагу надзиральной комиссии. Нередкие выпадки, коли домовладальники гребуют с допомогой прибора и самовольно его сдымают. У той час, як у надзвычайной ситуации он может выратовать житё. Только на территории Гомельской области таких случаев было даже более 10 штук. Поэтому, конечно, нашим гражданам необходимо напомнить, что установите вот этот автономный пожарный извещатель. Не только там в домах, где он обязательно должен быть, это вот новые дома, а также в своих старых квартирах, просто домовладениях. Своим родителям установите, которые проживают одни. Ведь таким образом вы можете обезопасить свою жизнь, жизнь своих близких. Семья Борисевичев заселилась в новую квартиру совсем недавно. Коли отримали ключи, ремонту не было, зато пожарные оповещальники были усталеваны. Для пригожости интерьеру, але на шкоду безпеки, семейство сдымать их не отважилося. Бывают случаи, что могу просто отлучиться из дома, остаются дети старшие. То я спокойно, я знаю, что ничего не случится. В крайнем случае это все сработает, я думаю, все отреагируют на это, на все. Дарэчы, за самовольное снятие усталяванага пожарного оповещальника погрожая покарание. С початку назиральная комиссия мкнутся просто попередить человека о порушении и провести с ним беседу. Коли ж гэта не допомагая, уход идет штраф до 30 базовых величинь. В процентном выражении по состоянию на 1 сентября все категории граждан, которые относятся к ЖУ-5, обследованы 100%. Все категории. Сейчас идем с повторными. Или идем в те квартиры, которые нам дают обновления каждый месяц, списки предоставляют Центр социального обслуживания населения. И наша цель, вот, в принципе, всех этих наших комиссий, чтобы люди поняли, что эти автономные пожарные извещатели – это не просто, так скажем, предмет, висящий на потолке, а это способность сохранить их жизнь. Ганна Ковалева, Александр Гамоля, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».